В Темиртау продолжается бесплатное обучение молодежи по 9 медиапрофессиям в рамках проекта «ЖАС Медиа» и по инициативе Молодежного ресурсного центра. Одной из актуальных сфер деятельности сегодня является СММ, поэтому курсы по данному направлению также проводятся. На занятиях ребят обучают специальности с нуля до создания собственного портфолио. Я занимаюсь СММ на протяжении уже 5 лет, поэтому у меня есть что рассказать и показать ребятам. На моих уроках ребята, они не только слушают и воспринимают информацию, они работают и понимают информацию уже в действии. То есть они создают уже готовые кейсы, делают актуальные, сами заполняют био, делают посты, выкладывают их, и у них уже есть готовый кейс, когда они идут трудоустраиваться на работу, то есть они могут этот кейс уже показать, и работодатель понимает, подходит ему данный СММ-специалист или нет. Жастар Орталгы также стал площадкой для обучения копирайтингу, журналистике, таргету, мобилографии, видеооператорству, видеомонтажу, веб-дизайну и графическому дизайну. Все желающие от 14 до 35 лет могут посещать любой понравившийся им курс. Некоторые ребята изучают сразу несколько направлений. Я лично хожу на журналистику, на СММ, на таргет. Думаю, возможно, найду себя еще в каких-то других сферах. Мне, в принципе, все очень нравится, и это является одним из немаловажных факторов, которые будут мне полезны в будущем, так как, в принципе, почему я беру ЖАС Медиа, это возможность мне познать себя в той сфере деятельности, которую я выбрала для себя в будущем. По окончании обучения все участники получат сертификаты. Записаться на занятия можно по указанным номерам телефонов. Кристина Кириченко, Игорь Евстигнеев. Новости Темиртау.